Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush Frontiers. Так, давайте доп. Уровень 2 пройдем на Iron. Посмотрим, насколько это тяжело. Что тут нам дадут в начале. О, это, походу, будет не сильно тяжело, должен вам сказать. Так, одно скажу точником. Надо всем прокачать, наверное, вот эти вот штуки. Вот, ну, давайте для начала, да? Для начала. Блин, я бы вот на самом деле сыграл бы... Ну ладно, давайте посмотрим просто, что тут как вообще, кто начинает идти. Ага, начинают идти такие дядьки сразу, да? Да, сразу. В принципе, с этими дядьками мы знаем, что делать. Они очень хорошо... О, а вопрос, стреляют ли Теслы по воздуху? Да, Теслы стреляют по воздуху. Это значит, что вопросов не будет. Это значит, что все будет изи-пизи. Лемон сквизи. Вот, конечно, тот факт, что вот эти вот дядьки вот тут вот так вот... Сейчас они взрываться будут. Бум один. И сейчас будет бум второй. Или не будет бум. Ну, давай бум. Давай бум. Есть бум. Так, все, и теперь сюда тормозим. Так, ну, вроде бы здесь разобрались. Кстати, надо было тут, наверное, тоже франкендух поставить. Ну, нормально, пусть там стоит, где стоит. Не, ну тут как-то коряво, вот тут вот нормально. Так, вот здесь надо притормозить вот этих вот чувачков. Так, ну птицы вообще, они как бы отъезжают за компанию. Так, есть один франкендух. Второго тут надо притормозить. Так, у нас скоро уже подойдет. Давайте этому, наверное, выдадим усилитель, чтобы он того сильнее фигачил. Так, а вы давайте стреляйте по этому. Так, все, там одного франкендуфа раз... Ай, фак! Волки, но я не захотел. Волки, сволочи, пробежали. Так, в целом, стратегия работает. В целом, стратегия работает, надо просто чуть внимательней. Так, и волки у нас пробежали вот здесь, поэтому героиню я сюда ставлю. А что мы можем строить? Мы, собственно, можем только лучников строить, да? Лучников и бомбарды. Но мы, естественно, ничего не будем строить. Мы будем строить франкендуфа. Так, все, поехали. Этот самый сразу, значит... Этот, давайте сразу сюда огнем подфигачим, чтобы тут КД у нас пошло, скажем так. Вот. В принципе, этих чуваков сразу сюда ставим. Вот, и всем тогда надо просто всем по очереди вот этих вот франкендуфиков спавнить, чтобы они спавнились у всех. И тогда все будет четенько. Я просто тогда в одном месте прокачал, в другом не прокачал, и как-то так получилось. Не очень хорошо. Сейчас, надеюсь, получится нормально. Франкендуф только кусать может. Так, тут, наверное, надо тоже Франкендуфа, чтобы он... А, ну он, в принципе, пошел. Вот так. Пока огонь попридержу. Тут вот у нас, кстати, беда бедовая. Не, придется тратить, конечно, заморозку. Придется ее, как ни крути, тратить. Ну, пусть там отфигачивают этих потихонечку. Вопрос весь в том, сколько заморозок придется тратить. Сейчас Франкендуф здесь отъедет.
Так, вот тут были аналог волков, да? А, вот они бегут, да, эти собаки. Ну вот видите, с Франкендуфом там отхренячили этих волков нормально. Так, еще давайте лукарей, наверное, все-таки тут поставим. Это так, задел на будущее. Я им соколиный глаз буду качать. Вот. Ну, или какой он там у них этот глаз. Короче, ладно, сейчас надо Франкендуфов прокачать в первую очередь. Потому как без Франкендуфов... Давайте вот этого Франкендуфа, он у нас дерется в первых рядах. Так, развалился Франкендуф, но ничего страшного, он двух этих отхренякал. Так, вот этому надо дать, там толпа просто идет. А он против толпы умеет этот самый. Умеет кастовать. Ну, вообще и вот этого. Так, трех Франкендуфов прокачали, все нормально. Все нормально, трех Франкендуфов прокачали. Теперь грейдим сначала вот этот, ну, короче, не сначала, а лук просто грейдим. Грейдим лук. Во, нормально, нормально, нормально. Так, давайте лук, 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 грейдим. Так, я смотрю, вот здесь у нас какие-то проблемы с проходом. Так, окей, окей, окей. 230 есть. 230 есть. Так, героиня, ты бы шла куда-нибудь сюда прокачиваться. А то ты там стоишь и нифига не делаешь. О, ништя. Ай, нет, зараза, она зацепила только вот эту вышку. Ну ладно, в принципе, в этом есть свой резон. Сейчас будем этой вышке тогда давать радиус и нормалек. Хотя, походу, уже волна заканчивается. Предшик будет ли сегодня ведьмак? Нет, ведьмака не будет. Наверное. Наверное, не будет. Так. Бдыщ, бдыщ. Хотя это еще не конец, как показывает практика. Аваст. Я его вчера обновлял, и он опять важные обновления задолбал. Неужели разработчики софта не могут сделать так, чтобы один раз оно обновилось и все? Тыкс, ладно. Так, героиня, героиня, прокачивайся тоже. Блин, ну она вообще медленно прокачивается. Вот эта героиня какая-то совсем беспонтовая. Блин, и вот там вот тут наверху Франкендуфы что-то борзеют. Ой, сильно борзеют Франкендуфы-то наверху. Стоп. Сейчас взорвется этот, и мне нечем, как говорится, тормозить. Придется тратить вторую заморозку, потому что, ну а как? Так, тут Франкен... Ну все. Блин, две заморозки ушло, и это еще не конец, ребятки. Это еще не факт, что конец. Да за них денег, блин, мало дают. Они сильные, как пипец, а денег за них 3 копейки. Вот что напрягает. Вот что напрягает. Если бы за них денег давали побольше... Было бы все нормально, претензий бы не было. То тут они, блин, фигачат, дай боже, а денег нифига. Так, ну походу это все. Походу это все. Походу мы снесли. Сколько нам кристаллов? Ну, 261, грубо говоря, компенсировали заморозку.
А вторую мы потратили. Я две, по-моему, кастовал. Сейчас зайду в шоп, посмотрю, сколько я кастовал за мороз. Ну, в принципе, еще один уровень на айрон. Да, я кастовал две. Надо бы прикупить обратно. 10 в запасе есть. Все хорошо. Вот, ладненько, ребятки, я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.